Всем доброго времени суток. Наконец-то вырвался я на рыбалку, а то все дожди, дожди. Сегодня вроде более-менее погода. Попробую сейчас маленько прогуляться с микроджигом. Одел сегодня забродники. Пробегусь так, посмотрю. Думал сначала, может, более крупными снастями половить, более мощными. Ну, попробую сейчас микрухой. Потом, если что, уже буду ходить такой с нормальной. Ходил здесь как-то с кастингом. Часа два или три, не помню уже. Швырял, даже ни одного тычка не было. Посмотрим, что сегодня будет. Ладно, вперед, залазим в речку и пробуем что-нибудь изловить. Вода чистая-чистая, хотя дожди вроде лили столько. Где окуни, кабаны? Ага, ух ты! Это поклевка была. Ну, попробую сначала такого же рака, только красного поставить. Темненького. Поменьше маленько он. Так вот, что нам это даст, если что-то даст. Ну-ка туда под кустик. Обычно окунёк-то отзывается. Ага. Вот так. Вот кто-то отозвался. Чуть-чуть буквально приманка поменьше. О, какой акушарик. Надо сфутать. Вот такой. Ну-ка еще туда. По-любому уже не один стоит. А может, цвет как раз угадал. Ага. Опа. О, забагрил. Багрило. Значит, крутится он около приманки. А что-то не хочет толком хватать. Поменьше, что ли, надо? Хотел, наверное, ко дну прижать и забагрился. Большеватая, наверное, приманочка. Все равно. Обычно такую покрупнее-то сразу жрет. Сейчас что поменяем. Думаю, если фильтрик поставить и граммика 2, нормально можно половить. Ну, хочу что-нибудь покрупней попробовать.
перевязаться-то недолго, если что. Ага, стукнуло. Ой-ой-ой-ой. О, окуневок. Под кустами стоит. Прям в кустах. Не ходит рыба. Где красавец? Да, не окуневая погода сегодня. Ну-ка, вдоль кустиков. Все, дождь пошел, рыба кончилась. Может, пройдет. Ага, кто-то ударил. И все. Стукнул, бросил. Может, догонит. Вот это сейчас поставлю. Пробуем грабстик. У меня обычно в это время вообще чуть не фаворит номер один. Ну, попробуем. Шут, холодно как-то. Сегодня в забродниках. Ух ты! Два термобелья зимних, флиска, мембранка и забродник. Для такой погоды надо неопреновые. Так, поставил рыженького рака. Маленького, поменьше. Что-то как-то неактивный какой-то рыб. Лучше видно должно быть. Стоит в корягах есть. Ни луку, ни щука надо. И вылазить не хотят. Затяжное, но не Настя такое. Уж который день вот такая погода. Все льет и льет. Ну конечно. Как же. Давно не цеплялся-то. Ладно, перевяжусь. В потемках уже не видно. Фига будет током.
Дочечек-то все сильнее и сильнее. Ну и где осенний жор, блин? Всяких хищных рыб. И они, рыбы об этом не знают, наверное, что у них жор. Не хочет рыб клевать категорически. Вроде погода-то самая щучья. Так что идем домой. Сейчас еще здесь на выходе раз несколько кину. Вообще-то, может, если помельчиться, граммик полтора-два поставить, да силиконочку, так дюймовочку, можно было окунька половить помельче. Но сегодня что-то хотел что-то покрупнее. Ну и когда хочешь что-то покрупнее, все как обычно. Все, пошел на выход. Такая какая-то рыбалка непонятная. Ты его окуня поймал. Но тем не менее, хоть душу маленько отвел, хотя опять под дождь попал. Ладно, всем пока.